Раз. Сирена? Угу. Вот, да, лежит. Вот чувствуешь? Вот тут напряжение. Напряжение. Вот тут и будет хруст. Да, напряжение идет. Тоже идет вверх. Ну вот чувствуй. Берем руку, так чувствуешь, вот тут идет. Да, идет, да. Видишь, чувствуешь? Да. Вот, с той стороны и будет хруст. Это как раз вот освобождает то, что ты спрашиваешь, да, вот шея все болит со стороны. Да, Татьяна? А как? У меня просто тоже справа болит. И тоже в эту сторону хочется хрустнуть. Нормально, да? Ну, хочешь, доведем до конца? Не надо, еще рано. Только лучше ты давай, я там посмотрю. Так. Дай. Жара, да, лежит. Получается, да? Ну, ты себя удобно поставил. Зачем делаешь это так? Сильно, да? Просто... Не, просто не за вот эти мышцы, а за край. Ну, ладно. А это снизу, вот эту косточку упирайся. Запястье, запястье. Угу. Вот, чувствуете? Угу. Угу. Вот как там под рукой. Угу. А, чуть-чуть больше. Здесь больно, я же запястье. Ну, просто у нас голова не давилась туда, а лежала там. Тоже самое чашечку другую. Ты иди по руке, а у тебя получается тут, что так потом пойдет. Видишь, я не давлю, а как бы просто держу, поддерживаю череп. Получилось, да? Угу. Вот, в конце так чуть вверх приподнимаю. Здесь? Вот, ты как-то слишком аккуратно надо держишь, да? Вот здесь, вот, я не понимаю, как это делаешь. Ты делаешь. Да, а, вот так, дальше. Да, давай. А тут ты где берешь? Подожди. Вот, под эту, под кожу. Да, правильно, да. Нет? Ну-ка. Угу. Вот. Даже, по-моему, произошло, да? Сейчас что-то. Ну, где-то около. Выдрожишь? Ну, все, вот это. Щелчка не было, но... Мышцы твердые. Почувствовал. Ну, да. Скорее, щелчок мышц. Да. И еще один такой был способ. Тот, когда мы в первый раз сидели сзади, помните, что я не знаю? Очень мерзко уже. Никакая личность. Йонда снимать. Видите, как мы держим? Вот. На мизинчиках, на вот этих вот складочках. Получается, подушечку делаем, подушку мягкую такую. А этими руками мы помогаем просто делать мягкое движение. Ищем, ловим, где вот это она расслаблена, да? И потом просто, уже помню то движение, которое мы делали с черепом, повернули и чуть вверх вот так вот. Уже просто этими руками делаем. Смотрит. Вот это последнее. Самое эффективное? Нет, оно самое мягкое. Но я, наверное, рекомендую тренировать его в последнюю очередь, потому что тут уже должно быть до этого понимание, что вы делаете. Ну что, нормально получается? Так смотри. Здесь вот помягче. Да, так не передавливай. Так, и вот эти. А вот это? Вот. Вот эти. Держишь этими косточками. А это просто? Это просто, да, играешь, как бы поддержка. Этими даже, знаешь, на виски так надавить, это как успокоительное такое, знаешь. Для клиента там чуть-чуть погладить можно, да. По сути, держишь, да, ты вот этими. Угу. Чувствуешь разницу, да? А тут? Да, помягче чуть-чуть. Ну, не могу. Надо. Вот, что-то заваливай на себя иногда. Чувствуешь, ищи вот это место, да? Мягче. Ищем вот это место, пока не растягивай, просто ищем. Вот так сделаем. И когда придет время, да, доводите до края, а до предела. Просто положи и еще. А ты, знаешь, немножко снизу, ты как-то сбоку. Мне тоже кажется, что у меня за лицо тянет больше, чем надо бы, мне кажется, вот так, да? Тут, вот сюда, вот за череп, на эти мышцы. Вот на эти мышцы кладет череп. Вот так, да. Мягкая подушка. Основание ладони, пожалуйста, под низ. Основание ладони, да. Это не основание ладони. Вот так? Вот, ну. Красота, все головы крутят. Давай я пока на Татьяне покажу, чтобы ты сама чувствовала, да? Конечно. Смотри, в первый раз мы делали что? Вот так и вот так. Череп был вертикально вверх, да? Поворачивали. Давай сестра покажу. Дочь, поворачивали. Когда мы делали движение, то мы с доворотом и вот так чуть-чуть. Туда на бок. Понимаешь? Угу. Чтобы было на бок больше движения, даже можно рукой вот так упереться, чтобы
как бы шею тянуть сюда, а череп туда. Вот я еще иногда вот так опираюсь. Вот так. Второе движение. Кладем руку под подбородок. Голова висит. Свободно. Вот, молодец. И у клиента если напряжено сверху, да, я ему говорю, вот давайте, давайте вот эти мышцы ослабляем, ослабляем, охот, молодец. Молодец, молодец. И тут движение практически одной рукой, второй рукой. В данном случае мы только уже в конце можем так раз. Вот уже слышал, да? Да. Очень мило. Но видишь, как мягко? Видишь? Это, вот постарайтесь это достигнуть. Третье, то же самое, только у нас вот так вот руки лежат. Видите? Немножечко в сторону. От стены, да, вперед, вперед, поднимите, да. Все. А теперь становитесь паровыми. Третье похоже на второе. То есть голова у нас вот так расположена, да, и движение идет вот так. То есть вот по таким веером вверх, да. Вот в чем отличие. Кладем голову вот так вот. И просто ищем это положение, ищем, ищем. Вот. Слышно было? Какое там у нас еще было? А, вот это я пока... Показать. А, ну они одинаковые, в принципе, можно с ладонью, да, можно ее вот так взять полностью, чтобы зафиксировать. Фиксация, да. Видите, как я плотно? Дима, видишь, плотно взял весь череп. Даже если у меня локоть физически, анатомически длиннее, чем ее голова, да, то я стараюсь все равно вот как-то вот так вот ее захватить, да. А эту руку я снизу поддерживаю. И тут движение идет вверх. Слышали? Может быть, страшно кажется, да? Нет, я уже не страшно. Уже не страшно, да? Вот. Сегодня это я было... очень расслаблена, вы заметили? Да, да. Мне легко ощутить. Третье, четвертое. Все четыре показали способы? Или еще да, показали? Все четыре. А пятый был? Там как тут. Нет. А ты понимаешь, что я уже забыл? Ты гуляешь. Ну это вот это. А, ну можно так трекнуться вот так же, да? Это когда уже похоже больше на автомобильную аварию, когда ехал, ехал, так тряхануло. Так, ну смотри, тебе легче стало на самом деле. И вот особенно с этой правой стороны, да? Тянет. Тянет все равно, да? Сейчас мы еще до сюда дойдем. На самом деле, да, мышцы. Вы поняли, увидели все? Дима, на тебе показать? Конечно, да, да, да. Я всегда эти. А, Наталья, не пробовала. Ну-ка, давайте, меняйтесь, меняйтесь. Да, тут совсем нет. А потом вы будете все неправильно делать. Наталья тоже обучается, да? Да. Так, а вот так вот так первый. Мне больше всего вот это понравилось. Первый, когда голову назад. Я через все такое использую. Ты поддерживаешь вот чашей. Я бы сказала, что вот это удобно для вот этих нужно. Вот это подборочек за мышцей. Нет, 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 так, нет, он, во-первых, голову должен опустить на руку сначала. Опусти на руку, у тебя зажата шея. Шея зажата, на руку опусти. Не, а мы первую. А ты хочешь первую, тогда, нет, тогда обе вот так делай. Вот сюда кладешь. Вот чашку. Да, вот, а, я держу, просто расслабь голову. И как бы приподнимаешь голову, она уже высоко, уже чуть-чуть оттянулась, да? Помните, я сначала показывал, что мы просто вытягиваем шею, сначала мышцы растягиваем, да? А теперь уже голова расслаблена, когда вот уже можно приступать к этим техникам, вот к этим. Теперь вверх, наверное, да? Нет, крути. Во-первых, держи под черепом. И вообще в этом движении я руку подставлял в последний момент. Тут достаточно. Попробуй одной рукой. На себя, вот сюда вставай, на себя ты держишь. Держите. Я подержу пока череп. Чтобы движение не возвращало. Видишь как? Смотри, вот он. Второе движение. Делай, клади. Дима, отпускай голову. Вот смотри, как лежит. Смотри, видишь, под собственный вес. Ой, уже напряглась. Вот. Лежит. То есть я практически этой рукой вообще не работаю. Вот это достаточно. Я только ей помогаю. Вот. Пробуй, да. Тут, а ты стоишь как? Ты, смотри, ты стоишь вот так и тянешь вот сюда. Но ты же своим собственным животом себе мешаешь. А как надо? Ну надо сзади вставать. Да. Вот, вот. Я уже ничего не делаю. Уже все сделали. Да я не буду. Видела? Я только этой рукой помог. Запомнила, да?
То есть основная часть ноги вот так он сделал. Да, она уже лежит, да, уже расслаблена. Он вот так вот держал, потом как дернул. Ну, вот так, да. А потом другой рукой, сними руку. Чуть-чуть подальше. Еще подальше, да? И вот так, да? Да-да-да, только снизу, я снизу. Помог, эту руку я помог. Очень фокус. Так, да? Нет, ты куда делаешь-то? Ты на себя. Там, встань сзади. Вот туда, вот в сторону. Нет, вот эту руку, вот с этой стороны. А, двигаешь на себя. Все. А это в ту сторону, да. А теперь то же самое, когда голова лежит у вас на щеке, щекой. Вот лежит. Получается, смотрите, вот за счет вот этой вот этого выступа косточек у вас получается поворотный механизм. Понимаете, вы двигаетесь вот. Ну, знаете, как это, как кубик, да, вот ему какая-то грань нужна, чтобы перевернуться. Вот так вы используете эти кости черепа. Когда вот это мы делаем, третья. Рука лежит, череп лежит на щеке, вот так. Не, подожди, не торопись. Это четвертое будет. Рука на щеке лежит. Щека на руке лежит. Ну, голова щекой. Понимаете? Смотрите, вот. Голову положить на одну щеку. Да, голову положить на щеку. Да. Взять голову отдельно от тела. Да? Да, да. Голову отделить от тела, да. Вот, Дима, ты напрягаешься, что ли? Лишь... Ничего, так вот уже ощущение, что он не кидает. Что-то ты не даешь. Смотри, ты для чего это кладешь? Чтобы поймать его расслабление. Второй рукой ты только подталкиваешь, чтобы успел он расслабиться, не успел. Видишь, даже могу с этой руки щелкнуть, хотя это неправильно, правильно, вот с этой руки. Потому что я горячую ручку, прям положили голову, и держала. Видишь, ему так неудобно, у него, видимо, тянутся вот тут, может, тут все болит, да? У него перетянуты очень плечи, мы ее плохо размяли. Поэтому ты просто это упражнение потренируйся. А если такой клиент попадается, я беру вот так. Это то же самое, только захват идет всей рукой. Когда ты рукой. Сама делаешь. Да. Видишь? Тут тебе доверяют, а там тебе не доверяют. Ты хочешь всей рукой взять? Нет, если тебе не доверяют, то берешь всей рукой и сама голову. А нет, ну ты же не в ту сторону наклоняешь голову. Или не ту руку подставляешь. С этой руки, с этой рукой. Это рука. Вот. Дальше, а эта рука помогает. Нет, вот. Ну, чтобы чувствуешь, что разворот? Слушай, тебе надо попробовать на самом деле с Димой поменять. А ты, Наташа, сюда. Потому что ты ее раскрутила, мне все легко, она тебе доверяет. А вот Дима тебе не доверяет. Потому что она это самое, это мне кажется, что... А у вас тоже муж и жена, тоже парочка нашла. Давайте тренируйтесь на разных людях. Парочка нашла, конечно, нашлась. Давай попробуй на Диме то же самое. Видишь, как у него жестче все? Ты же с мужчинами работаешь больше. Да. Вот, тренируйся. С женщиной уже. Так, ты лежит вот так, гладил. То есть вот у меня прям локоть, да? Прям на так, да? Вот, постарайся понять. А если я сопротивляюсь, то должна взять мою голову сама. Сама, да. Так, берем голову. И просто... И в последний момент ты как бы так сама чуть приподнимаешься. Прости, пожалуйста. Получилось, да? Нет, челюсть. А, это челюсть? А он уже не расслабляется. Старайся. Тоже можешь с ним делать. Ну, ищи. Дима, ты помогай. Ты ему говори, вот ты эти мышцы расслабь, он должен тебе помогать. Расслабляйся. Вот, видишь уже? Чувствую, как будто у тебя голова отдельное тело. Неправильно? Нормально. Я посмотрел, на челюсти так ездят. Да-да, у него челюсть. Я сама ручки. Дима, зафиксируй челюсть тогда, что это ты. Ну только здесь. Зажми, сомкни ее. Там, да? Да. И вот туда даже не иди. Смотри, вот тем верным, вот туда. Не просто в бок, не просто вверх. Да. Так? Попробуй по-другому. Нет, ты правильно стоишь, только сама туловище. Прямо вот так. Опа, туловище. Своим собственным. Ну, плечом, как бы. А, ну, туловище, не уже. Так. Вот так, да? Угу. К шею не прижимай. Смотри, чтобы тебе понять, как это идет, да, движение, держи сначала то же самое, что ты делаешь на руке. Угу. Это вообще одно и то же. На скуле, да? Ухи мои, ухи. Так. Это как? Что-то не получается с ним? Я не хочу.
Почему? Потому что не получается. Когда не получается. Здорово. Ну вот, смотри, видишь? Я положил вот так, могу так двигать. Положил вот так, могу вот так. Да просто он не доверяет. Как, а тебе что, не доверяет? Руками, на руке тогда? Череп двигается, а не... Он расслаблен? Да. Это расслаблен? Это расслаблен, нормально. Просто мышцы мне жестче. Мне не в шею, мне в челюсти тянет. Поняла. Так. Поняла. Вот это. Смотри. Довожу вот до сюда, видишь, предел. После этого я такой раз и могу поворот еще сделать вот так. Дополнительные мышцы. Потом я покажу, как это сделать. Историки, да? Ну давай. Так, да, нормально. Туда как вот туда загибать. По крайним движением вот туда. Запрокидываю. Давай встанем так. Да, сделай то же самое. У тебя прямая. Посмотри, как хочешь. Ну, делай, делай. Сейчас прямая твоя рука. И все-таки здесь тоже. Так, не перегибай. Стой, стой, стой. Расслабь, расслабь. Оба расслабьтесь. Вот голова. Чуть-чуть выше. А потом загибаешь. Ну, чувствую, расслабленный. Вот. Получилось? Да. Вау! И вот даже вот до сюда. Теперь в другую сторону. Попробуй другим захватом. Каким? Ну, довести до конца другим захватом. Каким? Ну, сейчас мы делали вот этим, да? Да. Теперь каким? На щеку положил так. Или на локоть, нет, на локоток. Ну, не на четвертый, какой научить? Да. Один не хватит. Четвертый, когда мы клали вот сюда. Один, если идеально, знаешь, да? Это я тут в принципе, да. Ну, давай тогда это сделаем. Я чаще всего, кстати, его использую. Вот. Мне его легче. Да? Не переживай, верь, вот чашу. Вот смотри, вот вот чаша такая, раз, голова на ней лежит. Нет? Туда? А вот эти пальчики, они как бы, знаешь, так как бы к голове так тепло придают, они, по сути, как бы, успокоение клиента. Да? Вот так, прижми их слегка. Слегка.